Друзья, всем привет! Ну, смотрите, мы будем кушать вот такую вот красоту. Суши, роллы. Это нам наш подписчик задонатил. Наш топ-донатер. Вот ему огромное-огромное спасибо. Вот так это все выглядит красиво, аппетитно. Вот. Здесь тоже вот такие вот штучки. Тут вот так. И тут такие штучки. Вот. Да, сейчас мы, да, вот так. Поставим красоту. Да, так, чтобы красивенько было. Да, чтобы в Ютубе была красивая картинка. Да, вот так же. Вот такая вот красота. Так, я, наверное, сразу налью это еще. Да, мы решили купить еще отдельно соус, потому что нам маловато. Да, да. Нам кладут всего две коробочки, и на этот сет нам недостаточно. Это мне не хватает его, да. Тогда полочки. Вот. Вот сейчас зато нормально прям. Вот это я понимаю, не то, что мы там по чуть-чуть. Да? Куда теперь полочку? Ну что, друзья, давайте начинаем кушать. Если вы кушаете тоже, то приятного вам аппетита. Так я это намечу. Угу. Смотрите, вот такой. С кунжутом. Вон там что-то, огурец и не знаю что. Соус. И вверху вот такой соус. Вкусно. Имбирь. Еще тепленькая. Для себя сразу. Скажешь, удобно сюда макать? Да. Как вкусно. Это, по-моему, с рыбой, да? С какой-то. Ну, вкусно вообще офигительно. Блин, смотри, они отличаются. Да? Те были, там была рыба, кусочки рыбы, а на этой нету, видишь? Помнишь, там были кусочки рыбы, прям такие, типа тунца? А это один и тот же сет мы заказали, а тут нету. Видишь? Вон там рыба есть, смотри. Вот с этой стороны посмотри. Видишь, под соусом. Ну там прям такие большие были куски, помнишь? Ну ты же помнишь, большие были куски. Да. А это маленькие, тут ничего даже не видно. Давай кушать. Да, блин, вот так вот. Так, сейчас это думаю. Да, хорошая была идея еще соус купить. Да. Прям можно. И макать хорошо удобнее макать в тарелочку. Бекон как копчененький какой-то. Картина маслом. Еще когда ты голодный. Да. Так, возьму с лососем. А я хочу вот этот взять. Это, по-моему, с курицей. Вот с лососем, друзья, видите? У меня, короче, должен быть с курицей. И здесь сверху чесночок на этом на соусе. Тертый сыр, чеснок. Ну, сейчас попробуем. А васаби вот так я палочкой беру. Господи.
Что может быть вкуснее суши роллов? Блин, как хорошо ты придумал. Ну, конечно, так же намного удобнее. Так, это вот такой вот ролл. Сверху огурец, тут сыр внутри. И удобно, когда вот так еще наклоняешь тарелку. Смотри. И она прям полностью погружается. А, ну да. Видишь, не просто одна сторона, а полностью прям. Так, а я вот такой хочу с лосося. Как же все вкусно. Да. Огромное спасибо нашему топ-донатеру. Да, спасибо огромное вообще за такой кайф. Ух. Чё? Васаби такая прям хорошая, прям аж в нос такой. Знаешь. Да, на хорошую порцию съел, да. Нет, прям много. Тебе после вчерашней корейской лапши все равно должно быть. Не, ну мне нравится перчёная, да. Гриша вчера съел все. И мою порцию тоже. Твою порцию я сегодня съел. Ну, сегодня. Все приправы, все повысыпал. Соус. Ужас. Да, нормально. Ася думала, что я не смогу съесть. Не, я лучше васаби буду есть. Иногда. С роллами. Это был экстрим. Мне кажется, как будто васаби сегодня побольше. Да? Да. Такое ощущение. Так, теперь я буду с огурцом. А что тут внутри? Какая-то рыбка? Или это нори? Что тут? Это бомба. Самая вкусная в мире еда. Одна из вкусных, не самая вкусная, тоже не преувеличивай. Для меня самая вкусная. Просто идеальная еда. Ну, очень вкусно, друзья, да. Это себе так спать укладываешь. Это кайфую. С бекончиком и блинами. Смотрите, блин какой-то желтый внутри. Как ты говорил, японский блин, да? Вот, а вверху бекон. Очень вкусно. Да, друзья, очень вкусно и такое, довольно-таки сытно. Нет слов. Одни эмоции, да? Надо же, я думала, что мне с беконом не понравится, мне очень нравится. Очень вкусно. Васаби.
Все такое яркое. Прикольно, что васаби такое яркое. Тебе нравится местное? Да. Да, вкусно. Ты какой-то задумчивый. Так, вот это еще возьму с огурцом. Вот такой. Да, спасибо нашему топ-донатеру. Наверное, вот эту большую возьму. Респект ему. Ну, блажуха. Блин, а там это, рыбка, что ли? Что-то красненькое. По идее, здесь курица должна быть. Но это не точно. Так, сделаю, как ты сказал. Накладываем тарелочку. Бомба. Но они такие сытные, да? Угу. Но я еще не наелась. Ну, ешь. Тут еще много. Да, вкусненько, да? Да. Так, я возьму еще одну. Одна тебе с лососем, одна мне, получается. Ага. Вот она, рыбка внутри. Ну, друзья, с лососем, видите? Нет слов. Одни эмоции. Да, друзья, очень вкусно. Если, допустим, по пятибалльной шкале, то на пятерочку. Ну, реально очень вкусно. Да. А вот эти, это были еще запеченные роллы. Они прям такие теплые были, угу, когда мы их взяли. Вот. Очень вкусно и аппетитно. Вот такие это запеченные роллы, видите, вот. А я возьму вот этот с огурцом. И тут, наверное, нори внутри. Потому что вкус. На. Хорошо, когда много соуса. Удобно макать.
тут даже именно чисто с эстетической точки зрения приятно кушать. Потому что такие цвета яркие, красиво так все сделано. Ну да. Любимый сет теперь, да? Угу. Ну, можно еще других этих брать. Ну, конечно, можно. Да. Ну, я думаю, какие-нибудь другие сеты надо в этих ходить, другие. Угу. Чтобы там дали выбрать. Да. Никольский можно сходить. Ну, да. Можно тоже на сайт зайти сначала посмотреть там. Да. Вот, потом прийти. Ты прям мои мысли прочитал. Я тоже об этом подумала. Вот так же, как мы в Майбиксе. Ну, сначала да. Зашли, выбрали, что захотели. Всяких яких. Да. Видите, начинка какая там внутри. Вах, вах, вах. Вот такое. Мне ж хочется от удовольствия качаться. Ну, ты уже и поешь, и качаешься. Это просто сказка. Праздник каждый день. Да, друзья, очень вкусно вообще. Очень аппетитно. Ну и все такое чувствуется, что свежее, вкусное. Оп. Да. Друзья, ну все, это был такой мукбанг. Вам спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья и удачи. Пока-пока.